С вами Радио Тапок, и я начинаю. Сколько лет прошло, все. Маргошка, привет! Такое чувство, что у меня YouTube тихий стал. Неудивительно. Не, я еще посылку из Darknet не заказывал ни одну. Марго, что-то смотрел влог, нет? Наив прикольная. Пять хуй туз смотришь, конечно. Похоже на горшка. А, ты домой только пришел? Работаешь уже? Ребят, напишите сэду, где заказать травы. Я не буду со стрима говорить это. Марго, а можно и так? Он 40 минут всего. Пока люди наберутся, пока я раздуплюсь. Тупо громче. Сколько лет пойдет, все гудеть в проводам. Все того же ждать самолетом. Масленникова нет, а че, Масленникова нового видео? Я бы посмотрел. Лишь бы мы проснулись с тобой. По магазинам че купила? Себя тише? Или что, не понимаю. Должно быть нормально все. Охуенно. Ключ поверни, и полетели. Нужно писать чью-то тетрадь. Кровью, как мне, тропали, метрополитене. Блять, жестко, вот это жестко в конце было. А у метрополитене, а у выхода нет. А у выхода нет. Блять, и вы даже не знаете, насколько я олдфак? И вот это вот радио Тапка я слушал еще до того, как у него вообще в принципе какие-то каналы появились. Тогда это еще была группа, блять, панк-рок-группа такая, скапанковская, блять. Никому нахуй особо не нужная. И даже тогда это было андеграунд, нахуй. Так, давайте Федука посмотрим от маленьких клубов до стадиума. Кофты, платья, туфли, боты, рюкзак и еще носочков. Ебать, ты закупилась, куда? Какие туфли, блядь, ты видел вообще погоду?